Ну, так, вроде бы все упаковала. Что же она там еще говорила? Елка готова, еда готова, подарки упакованы. Не помню. Ты не помнишь, что Аманда говорила еще сделать? А чё? Не помню. А, что и требовалось доказать. Ах, придется ждать Аманду. Так, все готово. Хотя, что я спрашиваю? Все же готово. А, я хотела спросить тебя, что из... Да, я даже не вижу, что она забыла. Но может, она ничего не забывала? Я тебе же говорила запомнить. Ах, слава богу, я не замечаю, что ты забыл. Стоп. Ты чё подарки все в одну коробку сложила, то есть в один пакет? Какая разница? Разницы никакой нет, куда я ее упаковала? Есть! Для каждого ребенка должен быть своя коробочка. О, Господи, проблема. Они сейчас минуту на минуту придут, надо успеть все переделать. Сейчас открою. За что? Потом узнаю. О, здравствуйте, у вас все готово. Надеюсь, что все, иначе я вас убью. Ладно, детишки, не буду ждать. Кто Дед Мороз? Хочу представиться, я. Но ты совсем не похож на Деда Мороза. Где твой костюм? Нету. Проливай его, иди, ищи костюм. Господи, без костюма Деда Мороза увидит. Подумаешь, скажем что-нибудь. Ладно, дети с минуты на минуту придут. Где мы возьмем Деда Мороза? Придет он скоро. Сейчас открою. И Снегурочка в сторону. О, здравствуйте. А где Дед Мороз? Дети засходят сейчас. Где Дед Мороз? Он придет с минуты на минуты, когда они его позовут. Ой, какие вы продумчивые. Здравствуйте! Здравствуйте! Деточки, вы мои маленькие! О, смотрите, где настоящая Снегурочка! Вот это да, настоящая Снегурочка! Так, деточки, все присаживайтесь или стойте, как хотите. Давайте громче, нас, наверное, дедушка не слышит. Дед Мороз! Ну, что-то тихо, давайте... Дед Мороз! Деточки, вы меня звали? Ого, как настоящий стол. Хотя я настоящих никогда не видела. А, ладно. Тем более Дед Мороза не бывает. Детитушки, детитушки. Так. У нас везу тут все хорошо себя вели. Да. Снегурочка, что ты тут делаешь? Как что? Я так-то тут. Детишек поздравляю. Ты же у бабушки в Сочи. Слышь ты, Дед Мороз, подыграй мне. Ой, деточка, вижу, ты в чудо раньше не верила. Ладно, сейчас я принесу мой мешок. Вот так мой мешок. И вы спросите, почему он такой большой? Там подарки не только для вас, детишки, но и для ваших родителей. Кристен, ты, кажется, переиграл. Так, достаем. Кто первый там, где стульчик? А, вот он. Кто первый расскажет мне стишок? Мими! Уродилась ёлочка в лесу, ананаса. Зеленая была. Уродилась ёлочка в лесу, ананаса. Волос низкой и кудовой, смотри, не замерзла. Вот, деточки, ваши подарочки. Прям то, что я загадывала. И я. Итак, все дети получили свои. Ой, загулялся я у вас. Да, куда он ушел? Сними уже эту бороду. Ай, больно. Ладно, я пошел. Верьте Деду Морозу, и будут сбываться все мечты.